На сцене кинотеатра «Искра» ребята и педагоги творческих коллективов Центра детского творчества «Импульс». Они подготовили спектакль, рассказывающий о жизни и смерти Христа и о людях, уверовавших в Него. Христос воскрес, и это чудо, прославлять Его все люди будем. Мы цель-то какой преследуем? Расширить знания детей и углубиться в эти знания, вот евангельские знания, евангельские сюжеты, чтобы детям были не только знакомы, но чтобы как бы сердце, для чего нам дано? Для радости и для мысли. Выставка, развернутая в фойе кинотеатра, победителей конкурса «Пасхальная радость», как всегда, поражала творчеством и фантазией детей, педагогов и родителей. Ведь многие произведения созданы совместными усилиями. К примеру, работа Амалии Сутаевой. Она с мамой изобразила птичью пасхальную семью. В прошлом году победила работа брата Амалии. А в этот раз победила работа Амалии. Третье место. Мы очень рады. У мамы в Пасху родились, ну, цыплятки. Они уже там в гнездышке лежат. Ну, это яички. А папа поздравляет маму с Пасхой и с тем, что у нее родились дети. В «Пасхальной радости 2017» приняли участие учащиеся образовательных школ района, воскресных, детских, подростковых клубов. Работы выполнены из самых разнообразных материалов и техник исполнения. Наши дети первый раз принимали участие в этой выставке. Но, к сожалению, ничего мы не заняли, но, тем не менее, они очень довольны, что поучаствовали. Это техника папье-маше, это не декупаж, только она задекорирована салфеткой. Сделана из папье-маше массы и задекорирована салфеточками. Дети сделали Пасху. Открытый конкурс «Пасхальная радость» проводится в Ленинском районе в 17-й раз. И каждый год неповторим по количеству и названиям номинаций. В этом году мы уже говорим и делаем поделки, и картины рисуем не только о событии самого Христова воскресения, но еще и вспоминаем те воскрешения, которые Господь совершил, еще живя на земле. Воскрешения, которые описаны в Евангелии. И они очень тоже красивые. Они красочные, вот с точки зрения, например, изобразительного искусства. И дети постарались это воплотить вот на своих работах. В конкурсе «Пасхальная радость» победителями стали 102 человека. Из них 24 гран-при, а 78 – первые, вторые, третьи и четвертые места. Все получили заслуженные дипломы и награды. Людмила Медведева, Алексей Рудник, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».